Напротив завода железобетонных изделий ДСК «Консоль» в скором времени появится яркое здание СТО. Облик новой станции техобслуживания автомобилей был рассмотрен на последнем в этом году заседании архитектурно-художественного совета. Проектировщик предлагает сделать фасад здания техкомплекса в унисон с соседними строениями. Таким образом, получится соблюсти цветовую гамму, заданную яркими и современными объектами концерна «Алмаз-Антей». Севастопольские архитекторы в целом одобрили идею проектировщика, но пожелали ему еще немного улучшить проект. Смотрите, как делают шоурумы известные концерны автомобилей. Volkswagen, например, Audi, как они делают. Они делают простой прием, они берут простой один материал и из него делают дизайн. Это очень технологичная вещь. Вот это здание доминанта здесь, вот на этом углу. Я предлагаю все-таки вот уйти из прошлого, это вот 80-е годы там, прошлого века, когда только керамогранит появился с композитом, и все пытались это делать. Вот. Я предлагаю все-таки уйти вот в технологию, посмотрите, как делают дизайн технологический.